На этих фото та самая партия некачественной рыбы. В коробке из-под цыплят бройлеров. Даже на импровизированной витрине это все выглядело не очень, в подсобке и вовсе казалось за гранью. Все смешалось, где здесь хека, где морской язык, продавцам, похоже, было уже не важно, а вот покупатели возмутились. Изложенные в обращениях факты были подтверждены. В нарушение технического регламента Евразийского экономического союза о безопасности рыбы, рыбной продукции действительно допускались нарушения условий хранения рыбной продукции, нарушался температурный режим и также условия реализации. Стойкий запах с гнильцой сподвиг комиссию на комплексную проверку. Результаты превзошли ожидания. В торговых точках хранится продукция с истекшим сроком годности, обезличенная, в связи с чем готовятся материалы для возбуждения административных дел и направления в суд. Понятно, что продуктовая база номер 5 – одна из главных точек закупки для многих рязанцев. И понятно, что за всеми точками, а их тут много, не уследить. Поэтому вовремя сигнализировать о нарушениях – это, наверное, долг любого покупателя. Надзорные органы обещают реагировать незамедлительно. Максим Васильев, Михаил Лазуткин, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город».